Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В этом ролике я хочу обсудить целебные свойства ежевики. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Так вы улучшите свои знания о народной медицине. А еще вы можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ежевика – это ягода семейства розовых, которая воплощает в себе сочетание великолепного вкуса и удивительных полезных свойств. В плодах ежевики много сахара, пектиновых веществ, витаминов, солей калия, меди и марганца, а также дубильных веществ. В листьях содержатся флавоноиды, дубильные вещества, фитоциды. Большое количество, больше чем в лимоне, витамина С. Свежие плоды, а также сок из плодов, известны как поливитаминные и общеукрепляющие средства. Они регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта. Ягоды и настой листьев действуют успокаивающе при климактерических неврозах. Отвар молодых лиственных побегов благотворно действует при неврозах, отдышке, атеросклерозе и гипертонической болезни. Чтобы приготовить отвар из листьев ежевики, возьмите 4 чайные ложки листьев, добавьте 2 стакана кипятка и принимайте по 2 столовые ложки до еды. Этот отвар оказывает при гнилостных поносах противомикробное вяжущее действие. Также он нормализует перистальтику кишечника, помогает при кровотечении. Еще его используют наружно для полоскания горла при ангине. Витамин К в составе ежевики важен для здоровья всей сердечно-сосудистой системы. Этот витамин предотвращает затвердение артерий путем выведения кальция и профилактики закупорки, которая может спровоцировать серьезные заболевания. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. На этом у меня все. До скорых встреч!